Я приветствую всех мастеров и любителей на канале «Советы и лайфхаки». Сегодня мы будем модифицировать вот эту запчасть от старого велосипеда. Целиком принять все это дело я не могу, поэтому схематично отметим то, что потребуется отделить хирургическим путем. Болгарин, заводи свою песню, здесь для тебя работа имеется. Клиент достаточно толстокожий, поэтому с наскока взять не получится. Будем работать частями, подходами и с передышками. Но без перекуров, чтобы первый же шаг у нас не растянулся до вечера. Пара глубоких болгарских поцелуев не оставляет металлическому рудименту ни шанса и разделяет части некогда единой детали навеки. Продолжаем работу со звездочкой. Отметив ровную линию на одной стороне, прокрутим шестерню и, вымерив геометрический центр, закончим замеры финальной линией, четко посередине. Две линии должны четко сойтись в одну. Осталось и их распилить. Тиски держите ее покрепче. У болгарина осталось незаконченное дело. Распил делаем до конца, пока не упремся в сердце конструкции. Где там у нас была вторая линия? Избежать искрящей работы болгарина ей тоже не удастся. Проходимся по черным линиям, превращая их в зияющие полоски. А монтировочка нам тут придется весьма кстати. Нам бы изгиб оформить желательно, а лучше нее тут никто не справится. Снизу, кстати, нужен такой же изгиб, поэтому всеми силами и возможностями организуем его там в лучшем виде. Так, что у нас дальше? Давайте полюбуемся и вместе подумаем. Звездочка обыкновенная, разрезанная и сагбенная. После всего, что с ней было, готовая к любым дальнейшим подлостям с нашей стороны. По нашей задумке, ее дальнейшая деятельность будет связана с непрерывным вращением, поэтому сейчас предлагаю отметить места для дальнейшего апгрейда в целях максимальной эффективности итогового продукта. Стрелочки укажут нам путь к неизбежному успеху. Болгарин нам поможет заострить места, на которые указала стрелка, с обеих сторон. Стрелки заострили на них наше внимание, а мы заострим элементы нашей конструкции. Кажется, достаточно. Так называемые лопасти остры и готовы с жадностью вонзаться в рабочую поверхность. Осталось лишь поработать со шпилькой, достоинством в цельный метр. Ее мы тоже будем затачивать, но вместо болгарина воспользуемся шлифмашиной. Это будет поудобней. Да и болгарину тоже нужно отдохнуть. Раздухарился, дружище, пусть поостынет пока. После заточки вонзим спицу сквозь сердцевину нашей звездочки, сантиметров эдак на 15, и отметим это расстояние для наглядности. Всего лишь пара шайб и пара гаек разделяют нас от заветного завершения изобретательного процесса. Первую гаечку мы бодро прогоним до нашей 15-сантиметровой отметки. Пусть там и остается. Сверху к ней летящей походкой отправляется шайба. Вставив шпильку обратно в сердцевину, закрепим конструкцию с другой стороны шайбой и финальной гайкой. После того, как все крепежные элементы приобретут свое законное место жительства, останется только затянуть как следует это дело. После чего можем любоваться на получившуюся у нас юлу. Опустим впоследствии в полезное дело, а сейчас в объятия дрели. Объект готов к испытанию. Поздравляю, вы собрали удобный инструмент для проделывания лунок в земле. Пользуйтесь на здоровье, кроты о таком инструменте только мечтают. До новых лайфхаков!